Приблизить высокотехнологичную помощь к пациентам, сделать ее доступной для максимального количества больных – одна из задач нацпроекта здравоохранения. В Чувашии такая помощь в 80% случаев оказывается в местных клиниках. В республиканском кардиологическом диспансере хирурги проводят операции с помощью уникального оборудования. 24 часа в сутки под надежным контролем. Хирурги сегодня творят настоящие чудеса. Речь о кардиостимуляторах нового поколения. Этот прибор способен проводить, включать эти импульсы, которые корректируют работу сердца и спасают пациента в экстренной ситуации уже изнутри через электроды. Он так и называется кардиовертер-дефибриллятор. Пациентам устанавливается при определенных заболеваниях и в рамках высоких технологий за счет бюджета федерального и местного регионального. Сам прибор не больше спичечного коробка. В зависимости от степени нарушения работы сердца, он контролирует его ритм. При необходимости запускает как при ручной наружной дефибрилляции. По сути, это личная скорая помощь. Операция поможет в прямом смысле вдохнуть жизнь в пациента. Операция будет проведена под местной анестезией. В конце операции мы дадим небольшой наркоз с целью тестирования аппарата. Это устройство, которое имплантируется очень тяжелым пациентам. При хорошем раскладе аппарат прослужит до 5 лет. Впрочем, до востребования прибор может находиться и дольше, при условии, что опасной аритмии, требующей срочного вмешательства, не возникнет. После операции к обычной жизни пациент вернется через 3-4 недели. У нас есть пациент с пересаженным сердцем, которому сначала имплантировали подобную систему, которая дала ему возможность дожить до своей операции. И сейчас он уже 4-й год даже работает, живет активно, а возраст около 40 лет. Внезапное учащенное сердцебиение, головокружение и потеря сознания – сигнал тревоги об опасном нарушении ритма сердца. Кардиостимулятор навязывает нужный ритм, помогает анализировать его работу. С 2012 года 5-7 больным ежегодно устанавливают такие приборы. Аппарат дорогостоящий, но для пациентов бесплатный. И что особенно важно, теперь за высокотехнологичной помощью не надо обращаться в другие регионы или в Москву, годами стоять в очереди на операцию. Кардиохирурги в Чувашии справляются со многими тяжелыми заболеваниями. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.